Меня зовут Александр Зимин. Я тренирую и воспитываю спортсменов по боксу уже 46 лет. Я работаю с чемпионами мира, чьи имена известны на весь мир. Легко, ноги расслабь, работай легко. Полгода назад я согласился работать с Ростиславом. Почему я решил работать с Ростиславом? Те бои, которые он провел на ринге, одержал победы нокаутом в первом раунде. Powerful shots by Klitschko. Как тигр. David just got hit by a big shot. Заряжен на бой. Боковой. И убивает уже своего соперника. Сразу бросился на противника. Ростислав. У венгра очень мало шансов. Основной акцент на подготовке складывается, учитывая его личные качества. Акцентированный удар левый снизу, левый в голову и правый боковой. Это характерные приемы для боксеров левши. Это его основной инструмент. И он использует его на 100%. То, что боксеры обычные делают за 2-3 года, Ростислав прошел за 6-8 месяцев. Ко всему он должен быть готов. Четко должны быть отработаны приемы под левшу, под правшу, под высокую, под низкую, под нокаутирующего боксера. Не просто размахиваться широкими ударами, а узко бить конкретно, точно по цели. Что такое бокс? Это выражение своего характера за счет удара. Все складывается в том, как ты бьешь, как ты подготовлен, как ты дышишь. С помощью удара надо выражать себя, что я самый сильный, я уверенный в своей победе, я уверен в своей подготовке, я выиграю очередной бой у очередного боксера.